Всем привет! Продолжаем смотреть интересных художников, их работы. Лоран де ла Хейр, французский художник, родился в Париже, был ведущим представителем неоклассического стиля парижского атизма. Я пользуюсь переводной Википедией, тут может быть какие-то ударения, читая с листа. Информации действительно мало. Родился он в 1606 году, 27 февраля. Большое влияние оказали работы итальянских художников, приехавших в Париж. Он стал учеником Жоржа Леманна и изучал работы Приматиччо и Фонтебло. Но никогда не был в Италии. Использование цвета и изящно поставленная фигура ла Хейра является отличительной чертой его раннего живописного стиля. Он был художником-новатором, который использовал свои превосходные навыки рассказчика, чтобы изобразить редко изображаемые предметы. Его серьезность и умеренность, похоже, оказали влияние на следующее поколение французских художников, особенно на Лесуэра. В Лувре хранятся 8 работ, а также картины находятся в музее Страсбурга, Руана и Лимана. В 1648 году ла Хейр был одним из основателей французской королевской академии живописи и скульптуры и был избран одним из первых 12 старейшин. А сказать, что Ришелье позвал Пале-Рояль, дарив ему важные работы по оформлению. Он создал серию больших композиций для гобеленов. В 1654 году объединил в одной работе для мэрии Парижа портреты главных сановников муниципалитета. Среди учеников был Франсуа Шово. Умер в возрасте 50 лет в 1656 году. Действительно мало информации, но все, что есть, это в переводной Википедии и обрывочные сведения, которые я нашел в интернете. Вот, смотрим работы, узнали нового художника Лорана де ла Хейра. Все, пока-пока, до свидания.